Я хочу представить вам стартап номер 7, это мои круг творения. Кстати, за 2,5 года я впервые представлю свой проект, потому что действительно, как бы мне кажется, вот Михаил, он может быть интересным, и номер 7 это мое число. А число 7 это всегда про деньги. Ладно. BigPad, видеотерминал. Мало кто знает, что это такое, но это действительно устройство, которое должно изменить ритейл. Я иногда называю ритейл 2.0. Давайте посмотрим, что из себя он представляет. Ух, там не видно? Ладно. За 1 год в 100 городах, в 1000 торговых центрах представлен HOV. В 10 раз увеличивает продажи интернет-магазина. Сохраняет клиентов и находит новых. Повышает мультиканальные продажи. Разгоняет бизнес в 10 раз за 5 лет. Повышает узнаваемость бренда. Клиент увидит, как выглядит его квартира. В любом городе мира, а не только России. Быстрый выход на зарубежные рынки. Канал продаж партнерских продуктов. Отправляет видеообращение президенту России. Интересно увидеть, что это такое, друзья? Интересно, да? Ну что, смотрите. Абсолютно новый канал продаж. Вот что это такое. Вот так выглядит BigPad HOV. Это видеотерминал. Это устройство, в котором есть, безусловно, видеокамера, экран, маркетплейс и все девайсы, которые позволяют принимать платежи, сканировать документы. HOV в любом торговом центре мира. Поставил на квадратный метр и забыл. Экран – это одна большая кнопка. Неважно, куда ты прикасаешься, сюда, сюда, либо сюда. Это не важно. Одно касание, а не 50 бесполезных кликов, и происходит небольшое чудо. А чудо в следующем. Появляется видеооператор. Кто этот человек? Это обычный человек, сотрудник контакт-центра, у которого и так в компьютере встроена камера. Только камера у него обычно не работает. А в этом случае она работает и продает. Видеоконстант, продажи начались. И далее, один BigPad и неограниченное количество продуктов. Вот они, это маркетплейс, дорогие друзья. Пожалуйста, партнерские продукции, акции и спецпредложения, консультации и продажи партнерских продуктов. И пожалуйста. Совкомбанк уже находится в HOV-е, и ровно наоборот, HOV пришел в Совкомбанк. Обмен ритейлами, обмен офлайнами – это все BigPad. Пожалуйста, хоть вас и нет в МВидео, но МВидео может прийти в HOV, а HOV может прийти в МВидео и делать кросс-продажи. И самое главное, что вот это все, дорогие друзья, BigPad в мире. Потому что в мире мы продали более 5000 устройств, а в России за 6 лет всего 6 штук. Я не знаю ответ на вопрос «почему». Для меня есть один ответ «потому что». И вот как это чудо работает, как это работает в Сбербанке, это Олимпиада, 2014 год. Человек касается к экрану, а можно звук даже включить, он там должен быть. И вот что происходит, дорогие друзья. Это видеосвязь, а это рабочий стол, на который в электронном виде вводятся абсолютно любые продукты. Хочешь карточки, хочешь анкетирование. Я могу предложить, смотрите. Я могу дискутировать по различным вопросам относительно Сбербанка, относительно карты кредита. Причем девушка имеет инвалидность и находится в Нижнем Новгороде. Причем кредит, например, либо на расчет ипотеки. Также я могу вам показать коммуникации. Хорошо, спасибо. Давайте рассчитаем. Вот, демонстрируются продукты, рассчитываются анкеты, вводятся персональные данные и так далее. Что же я хочу? Почти ничего. Устройство стоит 399 тысяч рублей, это в опте. Все очень просто. И все, что я хочу, это пилот в HOV-е. Мне не нужны деньги, мне нужен пилот хотя бы в одной прогрессивной российской компании, которая готова уже внедрять российские технологии, произведенные в России. Всем спасибо.